Привет, народ, с вами Тексас, и добро пожаловать на мой личный YouTube-канал. Сегодня в Доте произошло знаменательное событие, вышла Аркана на Пуджа. Я, конечно, голосовал за Рубена, Рубик, даже сюда его проголосовал, ну да ладно, он проиграл, но есть интересная пасхалка. По поводу Рубика и Арканы я расскажу это в обзоре, ну и также напомню, что у нас на канале проходит битва прогнозистов, Аркана каждый месяц и Иммортал каждую неделю, так вот, за апрель месяц будет Аркана на Пуджа, также Аркана будет в рамках нашего телеграм-канала и за репосты, все подробности в конце видео по поводу конкурса, ну а сейчас сам обзор. Участвуй в битве прогнозистов от моего канала и получай шанс на Аркану каждый месяц и Иммортал каждую неделю. Условия очень простые. Регистрируйся на сайте Париматча по моей ссылке, делай винстрик из 3 ставок подряд и бросай скриншот в рамках паблика ВКонтакте. Для упрощения ваших ставок рекомендую использовать наш канал в Телеграме, все ссылки в описании. Ну что же, дамы и господа, это произошло, вышла Аркана на Пуджа. Весьма неплохая сценка в начале по поводу представления. И давай же, хукай меня! Ух, хорошо. Fresh meat. Ну что, Feast of the Obscurations. Мой perfect English, как всегда. Аркана на Пуджа. Масса. Живая масса оскверненных цепей попыталась превратить выносливую плоть мясника в гниль. Когда-то их зачаровали в кузнице милостливой святой Креллы, но песнь панихиды обратила их силу во зло. И теперь цепи нашли себе новую жертву и господина, не поддающегося их жестокому мору. Вот это вот предыстория. Кстати, по идее в Доте должно было выйти какой-то комикс или так далее в плане раскрытия сюжетной линии, там лор, все дела. Ставь лайк, если тебе тоже нравится Дота лор. Ну что, новые предметы анимации. Анимация снаряжения, бега, бездействия, применение дизмембер издалека и вблизи, а также серии попаданий крюком. Прикольно, то есть серии попаданий получается как на фантомке, криты вылетают и будет, по идее, сверху счет. Новая насмешка, это интересно. Дополнительный стиль Grand Obsessions за 12 побед в матчах против Рубика. И вот, знаете к чему это? К тому, что Рубик проиграл Пуджу там буквально на 100%, а то и тысячные. И это прикольно, это мне нравится. Я вот топил за Рубика, но это, знаете, для тех, кто топил за Рубика, чтобы получить данный стиль. Особые иконки героя и способности, а также измененный портрет. Кстати, портрет мне нравится. Вот прям красивенько выглядит. И анимация в чат, который Рубик превращается в Пуджа, и Пудж что-то делает. Но почему тут нет анимации? Ну да ладно. Ну что, стиль на Рубика? А ну-ка, мне прям интересно. О. Это какая-то, знаете, скрещение Рубика и Пуджа. А видите там сзади поверженный Рубик. Поверженный Рубик, который как раз-таки проиграл 12 матчей Пуджу для этого стиля. Ну и, конечно, Рубик, который проиграл ту самую битву за Аркану. Ну что, покупаем Аркану и го тестировать. Да, этот момент произошел. У меня имеется Аркана на Пуджа. Ну, Аркана будет разыграна. Аркана будет разыграна, так что все условия будут в конце видео, напомню еще раз. Так, ну что же, собственно, момент истины. Давайте распакуем данный набор. Ну что же, распаковать и надеть. Вот, сразу хочу это себе сделать. Собственно, две составляющие, получается, сама Аркана и насмешка. Ну и, в принципе, уже все готово, уже все я на себя примерил. Сейчас посмотрим, как же это выглядит в Доте. Ну что же, и вот момент, кстати, Пуш еще и бонусный герой сегодня. Подкрутили, явно подкрутили. Ну что, давайте посмотрим, как он выбирается. Выбираем Пуджа и анимация появления, кстати. Ух ты, как подвесили его. Здравствуй, Пуш, здравствуй. Какой ты ярый тут, воу-воу-воу, полегче. Ну что, давайте посмотрим на Датан. В плане хука, как я вижу, анимация не поменялась. В плане ускорения, тут написано, что под ускорением у него другая анимация. Давайте посмотрим. Собственно, на Пуджа в анимации ускорения. Ох, как он поскакал. Так, фрошпите, надо уходить. И, знаете, весьма-весьма забавно это выглядит дело. Прикольно. Что дальше? Насмешка была еще у Пуджа выпущена новая. И у него скакалочка. Ой, как это мило. Ну и дальше, пожалуй, стоит посмотреть на анимации хуков и на анимацию дизмембера.
Ну что же, а вот и та самая анимация новая на оформление стриков из удачных хуков. Первый был, и вот пошел стрик. Два хука к ряду, три хука к ряду, ну и вот уже шестой залетает, потому что я уже немножко потестировал, если честно. Ну и давайте последний используем. Вот, восьмой зашел. Ну и далее анимация как раз-таки дизмембера. Есть два вида анимации дизмембера вблизи и издалека. Собственно, давайте для начала попробуем издалека. Вот, собственно, неплохо, неплохо. Ну и анимация дизмембера, пожалуй, вблизи. Так, стоп, успокойся, Свен. Вблизи выглядит вот таким вот способом. Не, ну в целом, мне анимация вполне нравится. Очень даже неплохо. Вот так вот. Как говорится, жри его. А продолжение вы знаете. Продолжение напишите в чат. Кто в курсе, как это далее звучит. Так, ну и конечно, я не успел еще сыграть против Рубика 12 карт и выиграть, соответственно, их. Так что данный стиль я могу посмотреть лишь через кнопочку «Опробовать». Давайте посмотрим, как он выглядит. Именно вот так выглядит пуш со стилем такой вот насмешки над Рубиком, потому что Рубик проиграл там на какие-то мизерные капли процента. Вот такой вот пуш в целом... Ох, еще это красиво сделал. Ну вот, поглотил, скажем так, немножко здесь Рубика. Ну, в целом, знаете, мне этот стиль даже нравится больше, потому что я фанат Рубика, как вы могли заметить по моей татуировке, и мне это нравится. Ну, вот такой вот обзор, надеюсь, вам понравилось. В целом, это мой первый обзор в Доте, и дальше вот будет вставочка, где именно будут условия конкурса Аркан. Не Арканы, а Аркан на Пуджа. Смотрите дальше. Ну как, доволен в итоге Аркана на Пуджа? Мне, в принципе, зашло, особенно стиль, который будет после того, как пуш 12 раз одолеет Рубика. Ну и, кстати, вот два бонуса, это эмоции в чат, мне тоже, в принципе, нравятся смайлики. Вот любой смайлик с Рубиком прям нравится, а тут, кстати, вот стоп пуш. Пуш, как красиво. Да, из особенностей это новый пьедестал, как мы видим еще, я вам его не показал. Он мне, кстати, очень нравится, вот прям классный. Конкурсы, как я разыграю? Во-первых, я обещал Аркану за 20 тысяч подписчиков на Ютубе. Это первая Аркана. Вторая Аркана будет, если мы на канале добьем 50 тысяч подписчиков, то бишь к концу апреля 50к, вторая Аркана добавлена к конкурсу. При том, что у нас дикий рост канала за март месяц было плюс 16, а то и плюс 17 тысяч. Так что, думаю, изи сделаем. У нас еще Дак, у нас еще Эпицентр, Старладдер. Там играют Нави, кстати, на Старладдере будет круто. И Аркану давайте еще в паблике SNDota, в Телеграме, все подробности в описании. Там также у нас статистика, аналитика, краски, у нас там работает наш личный персональный статсмен. Так что инфы там много, пуш, успокойся, пожалуйста, дай я дорасскажу. Ну и условия конкурса именно главное. Я сделаю три поста на Фейсбуке, пост в Твиттере и в паблике ВКонтакте. Что вам нужно сделать? Репост поста в любой социальной сети и сбросить комментарий под видео с ссылкой на репост. При этом вы можете делать репостов не один, а сразу три. И бросать три разных комментария, тогда у вас будет больше шансов. Ну и, конечно же, лайк и подписка на канал. Это прям очень круто, буду рад, пуш тоже вам будет благодарен. Ну и с вами был Texas, удачи в конкурсе, пока!